пожалуйста. Так, а сейчас я приглашаю сюда на сцену. Он же рядом со мной, кстати. Победителя международного конкурса «Играй гармонь». В этом году этот конкурс был в Иваново. Николай Лукоянова. Вы уже все его знаете. Он часто с нами участвует в концертах. Его гармонь вы слышали, она кустарного производства. Братья Потихины ее делали. И поэтому сейчас давайте вот послушаем, что он играет, и как звучит этот инструмент. Пожалуйста.
Миша,